Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Карапенко. Сегодняшнее краткое видео посвящено такому интересному вопросу. Можно ли подготовиться к IELTS или TOEFL онлайн? Я имею в виду, подготовиться, конечно, можно. Подготовиться к успешной сдаче этих тестов. Данное краткое видео решил записать, потому что не так давно, очередной раз при разговоре с ученицей, я услышал, что зачастую родственники, например, или даже сами ученики, они сомневаются в том, что очень-очень сомневаются, короче, в том, что онлайн, то есть по скайпу, подготовиться к IELTS или TOEFL можно, да? Они как бы это не совсем воспринимают всерьез, что-то в таком духе. Но думаю, запишу видео, потому что уж кто-кто, а я частенько занимаюсь подготовкой к IELTS, TOEFL и другим тестам онлайн, и поэтому я буду рассказывать не понаслышке, а как бы из первых уст. И вполне возможно, если у вас дремлют сомнения, то я их немножечко, дай бог, развею. Итак, смотрите, друзья, когда-то, допустим, 5 лет назад или 6 лет назад, когда я еще так получалось, как-то по скайпу не работал, не готовил людей к этим тестам, да, у меня тоже внутри было нечто такое, небольшое предубеждение против уроков английского по скайпу. Да. Почему? Я сам не знаю почему. Потому что это что-то новое, да, на расстоянии, совершается с помощью технических каких-то средств, и поэтому вот рядом сидеть, понятно, что мы ученики, учитель, а там за 10 тысяч километров. Но потом, я уже не помню, честное слово, когда я первый раз, как бы, с кем и когда мы занимались первый раз по скайпу, и это было успешно, почему именно по скайпу, не знаю, может быть, друзья кого-то, с кем я занимался, уехали уже за рубеж, и там, как бы, меня порекомендовали, и вот они оттуда, из-за рубежа, да, захотели заниматься, в таком духе, скорее всего. Итак, смотрите, друзья, на основании моих, ну, я не знаю, 6, 7, 8 лет занятий английским по скайпу, и именно подготовки к тестам, давайте сравним, я вот сейчас вам сравню, стационарные занятия, да, плюсы и минусы их по сравнению со скайпом, и плюсы и минусы скайпа по сравнению, и мы сделаем с вами какие-то выводы. Смотрите, в чем, как бы, плюсы стационарного занятия по английским по сравнению со скайпом, да? Я считаю, ну, два. Первый, это то, что, как бы, рядом ученики и учители находятся, скорее всего, сидят на стульчиках, и вот этот энергетический обмен, да, если учитель может настраиваться на такую, как бы, ауру ученика, может быть, кому-то из вас это покажется сейчас немножко странноватым, да что это я про какие-то ауры, это имеет огромное значение. Этот так называемый рапорт, эта связь, он должен быть. Если его нету, то значит учитель недостаточно профессионален, либо ученик не хочет там, ну, в таком духе. Но обычно это совершается. То есть, когда рядом люди сидят, их два этих психических, энергетических поля приходят взаимодействия, и если они гармонируют друг с другом, то урок идет, ну, вот это плюс, то, что не рядом. Да? Второй плюс, который я вижу, те, кто работает с бумажными, особенно учебниками физическими, обожает их и не хочет от них отходить, то понятно, что учитель открыл этот учебник, скажем, один на двоих, да, пиши, сидит там ученик, пишет, потеет, да. По скайпу, естественно, бумажный учебник не откроешь, ну, в таком духе. Вы знаете, наверное, вот и все. Ну, эти два, как бы, таких преимущества или отличительных особенностей занятия стационарным по сравнению со скайпом. Теперь давайте посмотрим, есть ли плюсы в занятиях английским именно по скайпу по сравнению со стационарным таким, да? Конечно, есть. Я это ощущал сотни тысяч раз. И если вы еще не занимались по скайпу, и вы будете это делать, то вы это почувствуете. Во-первых, скорее всего, заниматься вы будете с репетитором из дома, да, из своей уютной квартиры. Когда вы находитесь в своей уютной квартире, в своем любимом кресле, и учитывая, что у вас обычно веб-камеру видно только по пояс, да, то есть вы можете сидеть в своих любимых пижамных штанах, скрестив ноги лотосом, с чашкой чая, кофе, ну, кофе-то можно пить, конечно, и стационарно, да, но тем не менее, на любимом столе, любимая чашка и так далее, и преподаватель делает то же самое. Как в некоторых комедиях, да, в советских еще видел, насчет пижамных штанов, да, как мужчина показывает сверху шикарная рубашка, да, а там внизу у него такие старые подертые, их, чтобы не видно было, из-под прилавка спортивные штаны, да. Ну, конечно, я шучу немножко, нотку юмора. То есть вы в своей защищенной зоне, в своей квартире, в своей крепости, соответственно, вы чувствуете себя более расслабленно, чем если вы, например, к репетитору поехали домой или в офис. В любом случае, дома или в офисе, вы на чужой территории. Дома вы чувствуете себя более расслабленно, потому что это ваша территория. И репетитор то же самое. Это первый плюс.
Вы можете заниматься лежа, сидя, стоя, хоть и вися на турнике. Это ваши проблемы. Да? Ваши, не проблема, а ваше право, если вам так удобно. Я думаю, репетитор, как бы такой умудренный опытом, он возражать не будет, потому что если вам так оно идет, хорошо, информация в таком висячем состоянии, висите на здоровье. Второй плюс. Я это замечал тоже очень часто. Так как вы занимаетесь там в наушниках, допустим, или без наушников, с динамичков или звук, то вы фокусируетесь больше на том, что вам говорит репетитор, потому что ну, вы реально вы помните, что вы на расстоянии, да, он вам говорит, поэтому вы всем домашним там и вы все-таки рефлекторно вслушиваетесь в то, что говорит учитель. Ну или то, что звучит там из экрана в таком духе, да, вы более настраиваетесь на аудио и визуальный вот этот контакт, вы более сосредоточены, это очень классно, потому что вы сосредоточены в смысле не до боли, ну, до перенапряжения, да, а сосредоточены разумно, и это способствует тому, что вы усваиваете материал лучше. Это второе. Третье. Очень много из-за не... А, да, очень важный аспект. Если, например, вы живете в маленьком городе или в поселке и так далее, вам надо, вы хотите ехать за рубеж, учиться и так далее, у вас в маленьком городишке или в селе, ну, нету такого профессионального репетитора, который, которого вы как бы уважаете, да, ну, там, доверяете, кто-то рекомендует и так далее. Ну, что вам делать? Ездить каждый день, что ли, или через день в большой город, да, ну, нереально, да? Поэтому здесь на помощь приходит вот этот скайп. Более того, с помощью скайпа вы можете заниматься с любым репетитором со всего мира, да? То есть хоть из Великобритании, из США, хоть из Папуа Новой Гвинеи. Без разницы. Главное, чтобы было нормальное интернет-соединение. Что в большинстве случаев в последние годы, ну, слава богу, наблюдается. Да? То есть вот это огромное преимущество скайпа. Если вы, у вас под рукой нету такого репетитора эффективного, то вы его легко можете в интернете на базе своей интуиции или по рекомендациям найти и заниматься. Ну вот. Какие еще преимущества скайпа? Дело в том, что в последнее время очень много шикарных каких-то учебных материалов или пособий, они, естественно, в электронном виде. Я имею в виду репетиторы, я считаю, прогрессивные, используют в электронном виде. Почему? Если их покупать, даже дело не только в деньгах, что учитель и ученик тратят, должны потратить значительные деньги, а в том, что бывает очень затруднительно вообще что-либо это купить, потом ждать его месяц, пока его там привезут с сайта Amazon или еще за доставку платить, там сама книжечка стоит 20 баксов, за доставку 30 баксов. Ну это вообще, да. И поэтому, естественно, учителя работают многие с электронными. И по скайпу это намного проще. Ну как вам сказать, ученику учитель легко может скопировать, переслать эти материалы и так далее. В крайнем случае, share screens, вот это, то есть делимся экранами, да, то есть что на экране происходит. То есть некоторые люди говорят, что технически по скайпу сложнее. Я так не считаю. Абсолютно. Все уже давно, как бы вот кто работает годами по скайпу, все это пройдено, все это нормально, ничего нам сложного. Все это можно организовать. Слушайте вы аудио. У ученика есть аудио, которым отправил учитель, учителя есть, одновременно запустили, да, микрофон скайпа заглушили, послушали, микрофончик опять включили, обсуждаем, никаких проблем. Видео то же самое, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так как мы живем в электронный все-таки век сейчас, да, то обмен вот этим всем абсолютно скайп не уступает стационарным таким занятиям, даже может еще и проще. Ну вот, друзья, я думаю, что в принципе я вкратце такие преимущества, ну, самое, я считаю, главное такое преимущество – это комфортная обстановка для вас. Да, и если человек очень еще занятой, очень-очень-очень, да, освобождается только вечером, то и при таких стационарных занятиях кому-то надо ехать. Хоть и в 8 вечера, и в 9, этот замученный бедный репетитор, или к нему ездит человек, все, а так в скайпе спокойненько себе вечерком сели, каждый у себя дома, или кто там где, я не знаю, ну, по крайней мере, это очень спокойно, удобно и так далее. Ну вот. Так что, друзья, если вы не занимались еще, допустим, вам предстоит сдавать тест, любой, хоть IELTS, хоть TOEFL, хоть SAT, хоть GMAT, хоть супер-пупер, трупер, какой там только может быть тест, как вы выдумать, и вы колеблетесь вот по скайпу, вы, например, ну, я не знаю, знаете, что там репетитор, который эффективный, но по скайпу, да, или тоже вроде репетитор, вроде эффективный, но... И поэтому, стоит ли делать выбор в пользу сразу же вот этого стационарного репетитора? Нет, не обязательно. Я подготовил, например, я лично десятки учеников к успешной сдаче разных тестов, и никогда ни один из них там не жаловался и так далее на какие-то, да, бывают технические какие-то там сбои, что выключился скайп там раз в 5 уроков, ну и что, включили заново, работайте дальше. Это не есть
Когда люди стационарно сидят, тоже бывает отвлекают. Кто-то зашел там в комнату или в офис, или кто-то срочно позвонил. То есть все практически то же самое. Поэтому, друзья, если вы собираетесь готовиться, то я вам рекомендую, даже, я считаю, вы можете найти более эффективного репетитора с помощью скайпа, ну то есть в другой стране или в другом городе. А так вы ограничены чисто своим там районом или городом и так далее. Вот, и кататься за 3 часа вы же не будете, ну ясно, это чрезмерно, да? Ну вот, друзья, кстати, я лично сам приглашаю вас на занятия по подготовке к любым тестам, связанным с английским языком. И, естественно, в первую очередь, таким как IELTS, TOEFL, SAT, GMAT, CAE, FCE, CPE, ну и же с ними. Кто в теме, как бы кому оно надо, тот поймет. Любые тесты. Я уже молчу про CAT, PAT, ну и так далее, те, которые попроще. Я могу реально подготовить вас к сдаче этих тестов как бы креативно, эффективно и быстро. Конечно, мы все с вами люди, мы реально понимаем, если человек начинающий, он не умеет читать буквы, да, у него через 2 недели каким-то образом ему надо сдавать тест, допустим, IELTS, то на 8 баллов он его не сдаст. Если кто-то такое бы делал, я считаю, это, ну, тут 2 варианта. Или это какой-то, я даже кудесник, ну, в таком духе, да, вот, или надо репетитора, я вообще не знаю, сколько это должны стоить такие услуги, но вообще, как вы сами понимаете, один репетитор готовит медленнее, как бы стандартнее, по каким-то стандартным учебникам, по одному и тому же учебнику всю жизнь, вот, несмотря на то, что все люди разные, заставляет зубарить эти слова, кричит на своих, ну не кричит, но ругается на своих учеников и так далее, и как это неудивительно, у него есть ученики, то есть это другой психологический вопрос, а другой более эффективно, креативно. Я реально могу помочь вам подготовиться к любому тесту, связанному с английским языком. Я считаю, что так как эти видео на моем канале приносят пользу как бы людям, то я имею право саморекламироваться в своих же роликах. Итак, друзья, я вам желаю красивого английского, успешной подготовки к тестам. И знаете, что подготовка онлайн – это очень-очень классно, очень эффективно, очень удобно и прогрессивно, и в общем супер. Ни в коем случае не ущемляя, конечно, занятия стационарные. То есть выбирайте вам по вкусу и так далее. Окей, друзья, до встречи в следующих видео.